чему обучаюсь? Английскому языку. Чему? Английскому языку. Эта книжка и есть самоучитель. Ты что же, уже можешь читать, али гутарить поэтому по-ихнему? Нет, еще гутарить не могу. Это не сразу дается. Ну, а так, одним словом, по-печатному начинаю понимать. Я ведь, Андрюха, 4-й месяц учусь. Трудная штука. О, трудная до невозможностей. Я за эти месяца только 8 слов наизусть выучил. Не, ну сам собой язык даже несколько похож на наш. Много у них слов взято от нас. Но только, понимаешь, они концы свои к ним поприделали, видишь? По-нашему, например, революция. Или коммунизм. А по-ихнему так же, окромя конца. Они в концах какое-то шипение произносят. Вроде злобствуют на эти слова. Ну куда же от них денешься? Эти слова по всему миру коренья пустили. Хошь не хошь, а приходится их говорить. Так. А к чему тебе, Макар, язык этот понадобился? Чудно ты спрашиваешь, Андрюха. У нас много русских коммунистов, какие по-английски гутарят. Ну, вот ты, к примеру. О, а многие английские коммунисты не знают, что такое есть классовая вражина в голом виде и как с нею следует обойтиться. А я к ним напрошусь поехать, поучить их. И как я этот язык буду знать, сразу в точку. Чтоб сразу all right вышло. Я, Андрюха, ночи спать не буду. Последнего здоровья лишуся. Но язык этот выучу. На английском языке я буду без нежности ударить с мировой контрой. Пусть ай гады трепещут заранее. От Макара Нагульного им... Это не кто-нибудь другой. От меня помилования не будет. Я спрошу. Пил кровя из своих английских рабочих классов? Из индейцев? Из других угнетенных наций? Эксплуатировал чужим трудом? Здрасте вам, мистер Хаудоюду! И все. Кончен разговор. Эти слова я перво-наперво разучу, чтобы мне их без заминки говорить. Верно, Семенов.